Где мы? Рассказывай. Мы на рынке. На рынке? Здесь продаются фрукты, всякие еще штуки. И все намного дешевле, чем в других магазинах. Возьми деньги. Нет, это... Но это сколько килограмм? 5. Мне кажется, это 5. Нет, 5 килограмм. По-русски говорят, а ты говоришь по-английски. А сколько стоит это? А сколько, да? 30. Ой, у него крышка есть. Смотри. Ну да, она сверху закрывается. Я думаю, вот этих торговых на полу вообще дешево. Ага. Которые сами пришли, туда сели. Вот это какие-то листья там. Штуки интересные. Кокос. Там ананас чищенный продают. А? Видела? Нет. Вон женщина сильно прямо очистила. Можно взять целиком, сейчас поесть. Ага. Паскудик. Причем супчик, смотри, в пакетиках такой. Что, надо попробовать, да, и взять, наверное, все-таки? Двадцать. Килограмм? Нам-то не нужен килограмм. No. Давай возьмем. 4. Давай, может, 3. Объясни, что нам хватит. Вам возьми сколько? Да мы не съедим. Не, нам 3 всего хватит. Вот джекфрут. Кстати, вот видишь, мне кажется, то он... Не, я его не хочу. Уже почти съедим. Ага. Папайя маленькая. Вот ты здоров. Колбаску подложи. Где свинья? Свиные эти. Сосиски, да? Взяли чили. Блин, тут столько. Столько всяких приколюх. Холодный кофе на стене большой. Он растворимый, но не там овощи. А вот это тысячелетнее яйцо как будто, которое, это, знаешь, в земле выдерживает долго. Смотри, кур. Блин, сколько классных продуктов вообще просто. Свежих, да? Ага. Пойдем с той стороны тогда, пойдем. Да, да. Рисовые лепешки. Не рисовые, а извините. Вот тут вот куча соусов. О, тут у нас черная паста есть.
здесь все стоит копейки просто. Вообще офигенно. Кстати, кофе так и не нашел. В магазине будем брать. Я думаю, там больше, наверное, даже. 10 килограмм. Нам максимум 5. А эти ланганы будем кушать? Максимум only one here. 1 килограмм. 1 килограмм. Я не знаю. Но... Мало видно. Это нам ты хочешь взять? Сейчас, будем кушать этого? Нет, мы Настя сейчас покушаем. В принципе, мы его поели нам возьмем. На Меконге. Ну, да, возьми. А, маракуйя. А, маракуйя же еще тут. Угу. Возьми маракуйя еще. Тут же чипсы из рыбы. Сейчас в корзинку полезет это все. Хватит молоко. В конце концов, в чемодан как-нибудь запихаю. Ну да, какая-нибудь петахая, она, наверное, в пакете поедет спокойно. Последний. Давай, мадам, взвешивайте. Все. 5 килограмм. Наверное. Но это не точно. Мы один мангу еще съедим. Нам в корзинку все покупать? Не-не-не-не. Мадам, не надо корзинку. Не-не-не-не. Вот. Пакет, да-да-да. Это все прям где-то маленькое. Ну, 3 килограмма взяла. Может быть. Может быть, все-таки. Ну, в нее влезет у тебя? Да, я думаю. Рамбутаны влезут? Да, с этим, да, главное. С манго там, который не, мягкий, да? Пошла взвешивать куда-то там. Чтобы не увидели. Ладно, денег у нас много.